Снова ты. Мой ученик Юган Вейер сказал, что нашел способ перенести меня в другой мир. Но я испугался отправиться с ним. Как глупо. Теперь я могу лишь сожалеть о своем решении. августа, 1839 год. Похоже, ритуал изгнания потребует больше времени, чем мы планировали. Я занимаю себя тем, что помогаю с пленниками.
Меня тошнит от этих отбросов общества. Ни один из них не может достойно встретить наказание. Эти гады лгут, что невиновны. Трусливо молят о пощаде. Даже не верится, что цивилизованный человек может так низко пасть. Я все время напоминаю себе, что все они отъявленные мерзавцы. Я даже благодарен Богу, что Он посылает нам этих гадов, чтобы они послужили моему спасению. Я пытаюсь изучать разные устройства в камере пыток. Опыта у меня пока мало, и в последний раз получилось грязновато. К следующему ритуалу ограждения я буду готов. Всегда надеялся, что Веер вернется и даст мне второй шанс. Но на это же надеется и Александр. Вот почему он держит меня здесь, в плену, ожидая, что Веер явится. Ты отважишься найти все ингредиенты для эликсира Веера, прежде чем соберешь сферу, меня еще можно будет спасти. Прошу, мальчик мой, моя судьба в твоих руках. Thank you.
волновался за тебя. Честно говоря, я не знаю, что с тобой делать. Я не держу на тебя злобы. Знаешь, мы ведь очень похожи. Ты и я. Ты и вправду выпил эликсир амнезии? Это объясняет твое поведение. Ты даже не закончил то, что начал. Ты говорил об искуплении, о том, как встретишь день и спасешь наши жены и меня. Я даю тебе еще один шанс на искупление. Ты можешь подождать здесь и остановить день. Спасибо, друг. Ничего не подозревает.
18 августа, 1839 год. Сегодня мы подчиним мощь сферы и изгоним тень навсегда. Я чувствую приближение тени и боюсь смерти больше, чем когда-либо. Недалеко от Альтштата есть деревушка. Там живет фермер Циммерман с женой и тремя детьми. Мы взяли карету и поехали туда. Нас не ждали. Александр оглушил Циммермана, не привлекая лишнего внимания. Барон занялся рабочими на ферме, а я пошел искать детей. Теперь у нас хватит пленников, чтобы завершить ритуал. Как обрушил солдат. Похоже, проход в лабораторию открыт. У тебя получилось. Слава Богу. Слушай внимательно, мой мальчик.
Сперва напои меня эликсиром, затем обезглавь меня пилой. Когда эликсир сработает, ты сможешь обезглавить меня, не убив. Затем возьми мою голову и отнеси к вратам, которые Александр открывает в святилище. О чем ты? Почему ты не войдешь во врата? Нет времени спорить, нужно действовать. Через врата. Ты хороший человек, Даниэль. Я рад, что познакомился с тобой. Но полагаю, у тебя есть дела? Ага.